Всем привет, с вами Александр Навас, в данном видеоролике. Сегодня мы проходим новый шериф в Лос-Сантосе. Так, идем на чекпоинт, и мы почему-то теперь играем за черного. Да, и сейчас ночь. Он говорит по телефону, $1000 есть, нормально. Так, стоп. $2000. Ладно, нам $1000 дали. Классно. На бенши и едем до точки. Так. Да. Типа надо так играть. Надо играть. Да. Блять, надо догнать, чтобы не закончилось резко, потому что. А, если я разобью тачку. Старт? Нет, я старт не хочу. Разгонимся сейчас, смотрите. Теперь здесь надо. Так, окей. А еще что за чекпоинт? Окей. Так. Он начинает говорить. Это кто наш? Это друг, что ли, какой-то? Мы приехали к нему. Окей. 10 секунд. Какие бегут, парни. Так. Правильно я сделал, нет? Не знаю, двоих завалил. Окей, побежали. Мы теперь тетка? Да ну. Так, смотрите, они сели на тачку. Оба, то есть. Я никуда поехали. Да ну. Ой, это же ранили. Ну ладно. Так, раздавили парня. Они возвращаются? Что? Да ну нафиг. Так, позвоним, давайте. В полицию. Ага. Так, они уехали куда, смотрите. Понятно. Так. И теперь мы играем уже за нашего полицейского. Окей, поехали. Догоним их. Почему бы и нет? Пошли, догоним их. Пистолет у нас есть, все круто. Погнали. Так, как я доеду? Да. Сейчас посмотрим, что там вообще такое. Так. Тачку лучше не разбивать. Сказал не разбивать, сам разбил. Ладно. Пофиг, починится. Так, еще одни копы едут. Странно, странно. Ладно. Видимо, они не туда едут. Или потому что я еду сюда. Так, здесь. Тетка, которая звала полицию, нету? Типа, а что такое здесь? Двое убитых каких-то парней в каких-то одеждах непонятных. Так, у нас есть дробовик и пистолет, окей. Погнали, а это что за чекпоинт непонятный, залаган? Машину они оставили? Окей, у нас новая цель. Поехали за новой целью, окей. Что за новая цель? Окей, сейчас. На
Наверное, мы за ними гонимся. Так. Потому что цель едет. Цель не просто стоит, она едет. Окей. Так. Или стоит она просто. Вот она цель, давайте разгонимся. Так. Я там, по-моему, какого-то парня. Так, кто это? Кто это? Пофиг. Ладно, всем спасибо и всем пока. Всем да.